Здорово! Сегодня у нас в выпуске целых 7 игр. Улетный флайер. Оборона башен. Зомби-шутер. Сумасшедшие гонки. Забавный раннер. Космическая аркада. И гонки с нитро. Tunnel Trouble 3D — игра, в которой мы управляем самолетиком. Или ракетой. Или ракетообразным самолетиком. Неважно. Вам будут переграждать путь сотни препятствий, обходя которые вы будете все сильнее набирать скорость. Вам придется приложить все свои умения и ловкость, чтобы долететь до конца тоннеля. Если он есть, я не знаю. Demon Avengers — это игра в жанре обороны башен, в которой вам предстоит принять сторону тьмы, чтобы отомстить королю Shadow за убийство вашего господина. Вам будет доступно 30 видов оборонительных сооружений с 20 различными улучшениями, 40 видов врагов и 15 фантастических карт. Так что все будет фантастически. Zombie Assassins 3D — это шутер о зомбатир, где вы примете на себя роль снайпера и, заняв оборонительную позицию, будете кемперить зеленых. В каждом новом уровне вам придется оборонять определенную цель, будь то автомобиль, наполненный жертвами, банка с консервированными мозгами или связанная баба-приманка. Ну и бред. Smash Bandits Racing — это, я вам скажу, офигенные гонки, напоминающие легендарный рок-н-ролл рейсинг. Тот же вид сверху, стилизированная графика и эпические разрушения с препятствиями на пути. Прокачивай свой автомобиль, уходи от соперников и полиции. Ну и какая же может быть гонка без вертолета телекомпании над головой? Обгоняй, разрушай и побеждай, чтобы твой телерейтинг зашкаливал. Night Surface Runner с прекрасной атмосферной черно-белой графикой. Игра напоминает помесь аркады Limbo и Android Runner Rayman. Вы должны помочь маленькому мальчику выбраться из загадочного леса, перепрыгивая странных существ и убегая от чудовища, собирая при этом на пути звезды. Space Hero — это аркада на рекорд, где вам будет необходимо, учитывая скорость и траекторию полета, перепрыгивать с планеты на планету, попутно собирая бонусы. Все планеты имеют разный размер и скорость вращения. Но это не самая большая сложность Space Hero. Во время прыжков будет тратиться заряд батареи, который можно пополнить лишь на космических станциях, расположенных через каждые 30 планет от точки отправления. Так что, Хьюстон, у нас большие проблемы. Ну и последний гость в нашем выпуске — Neutron Nation. В этой игре есть все: десятки лицензированных авто, обширная система тюнинга, великолепная графика, достоверная физика и даже сюжетная кампания. А на ролик игры было потрачено столько денег, что на них можно было бы изобрести лекарство от рака. В Neutron Nation удобное управление и казуальный геймплей. От пользователя потребуется лишь своевременное переключение передач и грамотный старт. Так что удачного вам заезда. А на этом у меня для вас все. Качайте, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и вступайте в группу. Если вы люди, будьте людьми, блядь. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.